Андрей Филатов принял присягу на посту главы Сургута. На уставе города он поклялся работать на благо жителей. Процедура инаугурации состоялась в минувшую субботу, спустя несколько часов после заседания Думы города, где депутаты выбрали из трех кандидатов именно Филатова. Нового градоначальника на посту приветствовали экс-главы Сургута Александр Сидоров, Вадим Шувалов и Дмитрий Попов, представители окружного правительства, регионального и областного парламента, Совета Федерации, а также почетные жители города. В воскресенье новый мэр вывел на работу руководителей профильных департаментов, чтобы вникнуть в проблемы города. Это и стало его первым распоряжением. В эксклюзивном интервью нашему телеканалу он отметил, что за первые месяцы работы планирует разобраться с вопросами комфортной городской среды. Безусловно, вопросы благоустройства сейчас будут первые на повестке. Мы полностью продолжим ту работу, которая начата в администрации. Сейчас сделаем ревизию всех проектов, которые реализуются в городе. И, конечно, объекты образования. Это дорожно-транспортная сеть, это, безусловно, вот вопрос дольщиков. Это те вещи, которые уже завтра я определяю как рабочий день, чтобы мне погрузиться в то, что необходимо уже понимать сегодня.